Готовь сани летом, а йогу зимой. В среду глава города встретился с представителями ивановского бизнес-сообщества, которые участвовали в организации летних открытых площадок для жителей областного центра. Спортивные тренировки, мастер-классы под открытым небом, показательные выступления, концерты, фестивали различных тематик. Это лето было богатым на события. Впервые в Иванове прямо у стен мэрии провели серию занятий йогой для всех желающих. Открытые площадки 2018-го по примерным подсчетам посетили более 8 тысяч человек. В этом году мы действительно начали активно привлекать наших социальных партнеров, это и спортивные федерации, и фитнес-клубы, для того, чтобы они проводили тренировки и вообще какие-то активности. То есть не обязательно это должен быть спорт для всех жителей города. Для них это, конечно, продвижение собственных брендов, привлечение каких-то новых клиентов. Для нас и для жителей города это возможность бесплатно прийти, позаниматься, как-то провести время и даже просто пообщаться друг с другом. Цель встречи – поблагодарить активистов этого года и наметить планы на будущее. Массовые занятия йогой на свежем воздухе будущим летом не просто возобновятся, но и станут еще масштабней. Подключаются все новые организаторы. Есть предложение в парке Степанова провести фестиваль йоги. Также летом для ивановцев возобновит работу кинопарковка. Спортивные федерации готовы провести со всеми желающими серию пробных занятий. Спортивные и танцевальные площадки разбавят творческими мастерскими. Желающие организовать для ивановцев увлекательные и необычные мастер-классы уже есть. В рамках своего проекта я хочу провести несколько мастер-классов по производству сумок и обуви. То есть, соответственно, хочу сделать подарок женщинам и мужчинам нашего города. Сумки это будет, да, то есть мастер-класс в районе 2-3 дней. По обуви, я думаю, мы управимся дней за 8. Да, то есть каждый участник моего семинара, там, мастер-класса, уйдет уже в конце с готовым материалом, с готовой продукцией. По индивидуальным, соответственно, эскизам, желаниям и размерам. Встретиться с активными участниками городской жизни мэр не случайно решил не в стенах администрации, а в более расслабленной обстановке, чтобы участники не стеснялись высказывать предложения и задавать вопросы, чтобы совместными усилиями в новом году организовать для ивановцев не менее насыщенное лето. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.